В наш город съехались лучшие бойцы СБУ на всеукраинские соревнования по рукопашному бою. Мастерство спецназовцев «Альфа» видела и наша съемочная группа. Украинские соревнования среди работников Службы безопасности Украины проводятся ежегодно. Запорожская команда регулярно выступает на высоком уровне. И в прошлом, и в позапрошлом году запорожцы привозили призовые места. Но в Запорожье соревнования проводятся впервые. Прибыли все команды, то есть всех областей. В основном эти команды наполнены сотрудниками спецподразделения «Альфа», то есть непосредственно которые выполняют боевые задачи. Вчера прошел первый тур соревнований, это обязательная программа, то есть тот обязательный объем приемов, которым должен владеть каждый сотрудник Службы безопасности Украины в виде демонстрации техники. А сегодня мы увидим поединки. Поединки будут проводиться по дозированному контакту. Чемпионат Службы безопасности Украины по рукопашному бою традиционный, ежегодный. Впервые в этом году он проходит на казацкой, запорожской земле. Мы рады, что нам доверена честь его провести. И приложено оргкомитетом достаточно усилий, чтобы он прошел на высоком профессиональном уровне. Это мои не первые соревнования. В прошлом году у нас проходил чемпионат Днепропетровской области. Впечатления остались очень хорошие. Хороший, высокий уровень у бойцов. Подготовка у всех хорошая. В принципе, мне прошлые соревнования очень понравились. С удовольствием принимаю участие в этих соревнованиях. Ну, по настрой боевой. В течение нескольких дней лучшие бойцы спецподразделения «Альфа» мерятся силами в различных дисциплинах. Профессионалы отмечают, работникам спецструктур такие соревнования нужны, ведь они повышают не только боевой дух, но и готовность работать в экстремальных ситуациях.